Этот шанс один из. И наглое вообще цыганье. Едет, орет. Автобус идет и в Севилью 4 часа. А теперь, внимание, цена. Дворники у них это профессия, передающаяся из поколения в поколение. Представляете? Просто так не получить. Вот чуть-чуть прям. О, лежит везде все. Ничего не убрал. А денег получил. Ну, потому что, видите, чем беднее, тем люди больше рассчитывают не на свой труд, да, а на удачу, на выигрыш. Как бы вы думали, что вот это за здание? Вообще, это просто жилой дом. А на первом этаже, как вы думаете, что это находится здесь? Ой, это так смешно. Ну, во-первых, лотерейная. Вот это вот лотерейная. А с другого входа это суд. Лялинейский суд. Да, вот так вот. Такой вот суд у нас, видите, тут привезли преступников, наверное. А может быть, даже нелегальных мигрантов. И будут их судить. Иду на прогулку. Пойдемте посмотрим, может, поближе вот это здание. Быкобойню это. Такой милый пляжик. Дедушка, он загорает. Представляете, она же вот, ну, это здание, оно же не работает. То есть тут один раз, может быть, там, не знаю, в год проходят эти бои. Вот и все. И оно как бы только поэтому и открывается, а так все время простаивает. Ну ладно, там электричество, конечно, не надо, ничего не надо. Колизей местный. Лялинейский колизей. Я уже немножко показывал его как-то. Ну вот центр Лялинеи, посмотрите. Кто знает, может, вы последний раз смотрите на центр Лялинеи. Так вот выглядит Испания. Я в подаренной маечке. Она, конечно, немножечко не подходит под цвет быкобойни нашей. Я просто не планировал даже, что я сюда пойду. В магазин пошел, думаю, пойду таким дальним путем. Вы знаете, это у меня со Швеции сохранилась хорошая такая привычка, когда я худел, я давал себе такое задание, например, вот мне надо было купить молоко. Ну, что такое молоко? Ты можешь выйти и купить его в 50 метрах там от дома. Ну, везде, по-моему, правда? Молоко можно купить или какие-то там такие простые продукты. А что я делал? Я выбирал самый дальний магазин, садился на велосипед и чухал, короче, туда. На другой конец города, например. Если не на велосипеде, ну, то просто шел. Конечно, у меня там были, в Швеции, там, где я жил, у меня там было, знаете, магазинов. Lidl рядом был через дорогу, потом Ика. А я вот выбирал где-нибудь подальше, например, пойти. И специально туда шел, чтобы купить такой наследный принц. Мне сказали, что дворники у них это профессия, передающаяся из поколения в поколение. Представляете? Просто так не получить. Очень уважаемая профессия. Но он такой, видите, такой крупногабаритный такой. Хорошо такое. Но он, видите, он же убирает. Хотя тут так не убрано. Столько говнища. Но он уже не может нагнуться, понимаете? Ему же это уже не дает там нагнуться. И вот он ходит, тут вот, просто походил, ничего не убрал. Я ему, посмотрите, ну везде лежит прям, во, лежит везде все. Ничего не убрал. А денег получил. И наследный принц, наследный уборщик. Иду по улице Сан-Францисковской. Сан-Францисковская улица в Лялинее. Знаете, столько у них этих... Ну, я уже вам много раз говорил, меня это просто поражает и поражает, что столько у них этих продавцов лотереи просто на каждом шагу. Потому что, видите, чем беднее, тем люди больше рассчитывают не на свой труд, да, а на удачу, на выигрыш. Но лотерея есть лотерея, выигрывает один из. Мне это, знаете, что-то напомнило. Я помню, когда я еще учился в Минске,
кстати, чтобы объяснить людям, многие просто не понимают, что человек может два диплома, например, получить. У меня действительно два диплома. Один магистр у меня белорусский, я лингвист, второй шведский, я уже историк по нему. Вот так вот. Но в гуманитарном направлении, ладно, сейчас не об этом. И когда я учился там, 2002-2007 года, вот в Минске, когда я учился, было очень популярно суперлото. Суперлото. А его держал младший сын президента. Ну, как бы заведовал этим лотереем. Чего там только там главные призы были. Квартиры в Минске, там, в новостройках. Ну, было вообще просто крейзи, я помню. Тогда крейзи прямо все покупали. Я тоже покупал, ничего не выиграл. То есть белорусы меня смотрят, конечно же, подписывайтесь. Подписывайтесь все, пожалуйста. Не пропускайте меня, вашего любимого блогера. Вот. Ну, кстати, вот знакомые у нас выиграли квартиру в Минске, я помню. Да. Выиграли. А вы выигрывали что-нибудь когда-нибудь в лотерее? Или не верите в лотерею? Я верю. Я верю в лотерею, я верю в азарт, я верю... Мне очень нравится эта тема вообще. Я верю в казино. Но единственное, что я понимаю, как это устроено, да, то есть выигрывает один из, а все остальные платят ему этот выигрыш. Этот шанс один из. Ой. Смотрите, какой. Нахалы, нахалы. Ох, кондиционер. Господи, как хорошо, спасибо. И наглое вообще цыганье. Едет, орет. Ну, специально, понимаете, чтобы я, например, испугался и, например, там уронил камеру. Дебилы. Да. Что тут сделаешь? Видите, какое население. Население такое, видите. Такое. Ну что, намываешься? Намываешься. Теперь это его законное место. Все, он оккупировал эту подушку. Теперь он тут всегда спит. Представляете, оккупант. Оккупанта просто. Оккупанта вылизывается. А я читаю. Слушайте, сегодня, пока вот ходил там, зашел в туристическое бюро. Значит, пытался все это как-то найти, значит, в интернете. Но вот в интернете никак не получилось. Потому что, ну, знаете, я не понимаю испанский, да. А по-английски здесь нигде никакой информации нет. Здесь сайты не переведены на другие языки. Вообще не принято у них тут так. Вот, зашел в Carrefour Viajes. Viajes. Да, говорю, слушайте, у вас есть просто вот на данной местности, вот по Андалусии, туристические гиды? Он говорит, нет, представляете, я по-испански. Я уже понимаю, что по-английски бесполезно. Я так, Viajes, Viajes, Андалусия. Вот. Он говорит, но. Ну вот, она мне дала такой журнал, и вот посмотрите, что я вам хочу показать. Значит, вот Гранада, Кордоба и Севилья. Это тут то, что от меня недалеко. Ну, слушайте, ну 6 дней, это неделю. Ну, тут уже так подробно. Но цена довольно-таки низкая за такое путешествие. Смотрите, 370, около 400 евро, например, да, но это не включается, если, например, из Мадрида надо приехать сюда еще, вот, включено сюда 3 ночи в Гранаде, 2 ночи в Севилье, а сейчас я вам хочу рассказать, я уже планировал сам путешествие, и сейчас расскажу вам, с какими проблемами я столкнулся, поделюсь горюшком, так скажем. У нас просто с сыном после обеденная пауза. Ну и сиеста, у тебя сиеста тоже очень жопая. Всю ночку со мной спал такой, все грелся. Я грел, он грелся, а я охлаждался этим вентилятором. То включу, то выключу, то жарко, то холодно. Да, короче, ночки такие у нас сейчас непонятные.
Я, конечно, понимаю, что мне многие там писали, что я сижу тут в деревне, никуда не вылажу. Но вы не понимаете другого. Я не против, чтобы сейчас, конечно же, я хочу съездить. И в Севилью я хочу съездить. Ну и вообще поездить как бы по окрестностям, посмотреть другую Испанию. Ну, в Кадизе мы были. Я вам показывал Кадиз. Кто не помнит, ссылочка будет тогда на видео. Город очень красивый, очень милый. Ну, довольно-таки не туристический. Да, уже Севилья все-таки, она считается более таким туристическим городом. Там третий по величине то ли в мире, то ли в Европе собор, представьте, в Севилье. Как бы тут Севилья, что там, по размерам она как Рига, где-то 600 тысяч населения там. Но, друзья мои, вы можете себе представить, что Севилью называют сковородкой Испании? Там сейчас еще днем 35. А в июле там вообще было за 40. Там было за 40, 44-45 градусов. Какое путешествие вообще может быть? Ну какое? Я же не сошел с ума, когда мы в Кадиз ездили. Хотя там, знаете, там уже и океан, там уже и ветер совсем другой. Но все равно было так жарко, ну как бы нет. А Севилья, там же нету моря. Там же нету моря. Это в центре, ну как, не в центре Испании, ну... Вы поняли, что как бы вглубь уже этой страны. Это же просто умереть можно. Ну как? Ну как туда вот поехать? То есть, ну для меня нет. Это не путешествие, это какая-то мука и наказание. А бегать из одного магазина, из одного шопинг-центра в другой, чтобы немножко остыть, знаете. Ну нет, все равно ты днем там особо не походишь. Если походишь, это будет просто мучение для тебя. Зачем такое путешествие, я не понимаю. Мне, например, такое путешествие точно не надо. Оно мне не принесет никаких позитивных эмоций. Вот. А самый вот болезненный момент оказался совсем другой. Я когда начал планировать... Ну, знаете, транспорт все равно есть. Даже из Ла-Линеи 3 раза в день ходит автобус в Севилью. Но это не такой, знаете, там не супер там автобус такой, ну такой, да, по Андалусии, который тут, вот, который я ездил вот, в шопинг, например, да, там в Алхасирас я ездил. Ну, точно такой же автобус идет и в Севилью. 4 часа. А теперь, внимание, цена. 26,50 евро. 4 часа. И вот из Риги в Даугавпилс же тоже надо ехать 4 часа. А сколько билетик стоит? Ну, по-моему, сколько? Ну, меньше, чем 10 евро, да? Я же точно цену не помню. Прикиньте. Вот прикиньте, в Испании какие цены. Тут очень дорогой транспорт. Вот и реально очень дорогой транспорт. Ну, как бы, знаете... Ну, как бы 26,50 для Ла-Линеи в Севилье. Это только в одну сторону. Ну, ладно. Я думал, знаете, сделать такой трип. Поехать, например, в Севилью. Потом в Кордобу. Либо в Гранаду. Ну, и там как-то, да. Потом в Малагу. И уже из Малаги вернуться в Ла-Линию, такой, знаете, может быть, на 3-4 дня такой трип сделать. Сына оставлю на попечение Хавьера с Марией, пускай смотрит за сыном. А папаша поедет путешествовать. Я еще спрошу сегодня, может быть, у Хавьера и Марии, спрошу, слушайте, у вас, ну как так? Ну даже у нас в Латвии можно взять какое-то путешествие по Латвии спокойно, можно, есть выездные экскурсии. Я, кстати, когда приехал, с радостью ездил везде. Я объездил и ближайшие там вот, и в Литву мы ездили, в Эстонию я вообще все объездил. Эстония, подписываемся, что мы там тормозим. Эстония, давайте. В Эстонию вообще все объездили мы. Всю. Мне, кстати, очень нравилось Эстония. Вот, и Литву мы все объездили. Там и по Невежес, и Склайпеда, и Шауля, и Набе забыл как-то город там,
по-моему, еще такое, биржа или как-то, извините, не помню, что выбыла из головы. Такие маленькие, знаете, двухдневные, даже иногда однодневные экскурсии, стоят копейки вообще. Гид так классно. Я не помню название вот этого вот агентства туристического, но помню, что он на Чака был. Я через него очень много где ездил. Они автобусные туры в основном делают. Вообще-то классно было. А мне еще, знаете, что классное было самое, что они отправлялись все от Академии наук, а я жил как раз около Академии наук. Вот прямо вот я выходил из дома и сразу Академия наук. Они обычно рано утром уезжают, ну, часа в, ну, там, 7, вот. Но мне было очень удобно. Мне было очень удобно. Ну, вот. Мне это даже так удивило, неужели у них в Испании здесь ничего такого нету. Все-таки же была всемирная болезнь, люди не выездные были никуда, ну хотя бы по своей стране поездить, мне кажется же. Не каждый испанец, такая большая страна, не каждый испанец сюда приедет, правда? Вот. Поэтому вот так вот. И смотрел еще, значит, уже в Мадрид, что и как можно доехать, конечно. Ну, наверное, скорее всего, что долететь будет легче всего, потому что если ехать 4 часа в Севилью и садиться на скоростной поезд и ехать до Мадрида, на скоростном поезде всего лишь час, полтора часа, грубо возьмем. Угадайте цену, 70 евро. 70 евро. Прикиньте. Вообще, ахтунг. Ахтунг. Можете себе писать. А, еще я смотрел, значит, из Севильи в Кордобу, чтобы, может, там у них есть поезд. То есть можно на поезде проехать. 35 евро билет. 2 часа едет. 35 евро. Я сразу, знаете, Латвию вспомнил, думаю, блин, у нас 2 часа. Ну, куда у нас там 2 часа может поезд идти? Я даже не знаю, так. Ну, там Рига Скулт это час идет, наверное, чуть больше, наверное, да. Ну, там, ну, сколько-то вот этот билет стоит, может, 5 евро. А тут, прикиньте, тут очень дорогой транспорт, прямо. Транспорт вообще очень дорогой. Ну и смотрел, конечно же, где останавливаться. Хочу вам сказать, что, например, в Севилье я не ожидал, что, ну, начальная цена на номер в отеле будет, например, 100, ну, 120 в основном, вот я смотрел, да, 120 евро. 120 евро. Ну, мне кажется, что это много. Ну, для Севильи. Ну, это же даже не Мадрид. Ну, как бы, ну, да, крупный город, но... Ну, красиво, конечно, там я смотрел, друзья ездили. Ну, на любителя, может быть, знаете. Я вообще не поклонник, я вообще не фанат такой вот такой архитектуры, знаете, испанской, с такими вот этими арабскими всеми наследиями, не очень. Ну, для общего развития, знаете, когда я еще побуду здесь, правда? Вот так вот, друзья, короче, вот очень дорого, так что вы... Тоже, чтобы вы знали, что если вы вдруг планируете поездку в Испанию, например, то очень дорого. И нечем. Вот реально, как бы, вот, из Ля-Линей, конечно, выбраться это очень как-то проблематично. Очень проблематично. Ну, ничего. Я думаю, что в сентябре, может быть, еще чуть-чуть спадут температуры и поедем. Так что оставайтесь, подписывайтесь. Всех вас жду, не пропадайте. Всем пока.